Вики, Вики! Ты что делаешь? А-а-а! Это кто? Панки, это оберег от непрошенных гостей. Что? Оберег от непрошенных гостей, глухой что ли? А, это игрушка что ли? Фу, я так напугался, иду никого не трогаю, а здесь этот. Привет, чувак. Надо тоже такого купить, где ты взяла? Да по магазинам вчера ходила, увидела, думаю, прикольно будет, вот на входе поставила. А ты чего пришел-то? Мы сегодня не договаривались никуда идти, у меня вон сериал начинается. Как не договаривались? Ты что, мы же сегодня хотели идти за канцеляркой. 2 дня до школы осталось, а у меня ничего не куплено. Ой, да что ты покупать-то собрался? У тебя что, ручки с прошлого года не осталось? Ну ты смешная, обложки, а карандашики, а пенал прикольный. У меня еще это, нет рюкзака. Слушай-ка, точно, у меня же сумочка с прошлого года совсем плохая стала. Я потому что с ней летом на пляж ходила. Ладно, пойдем сходим тогда. Сериал почти пропустила из-за тебя, ладно. Так ты сериал на запись поставь, вечером и посмотрим после шопинга. Пошли, шопинг. Вот, слышь, Вики, смотри, какая прикольная тетрадка, надо будет делать. Такой чудик. О, а это что, ластики что ли? Целый набор, смотри, можно боулинг в школе играть. Слово «играть в школе» мне уже нравится. Возьмешь? На перемене поиграли бы. Возьму, пожалуй, прикольненько. Так, и эта тетрадочка тоже. О, а там, смотри, для тебя единорожка, твоя любимая. Вау, точно, какая яркая, слушай. О, и корректор надо, а то я все время ошибки делаю. Набор ластиков. Какой прикольный, там очки, книжечка. А это что такое? Real Littles Logged. Сумочка, единорожка. Обалдеть, такой точно ни у кого нету. А что это такое? Я бы купила. Это какой-то целый шкаф, что ли, школьный. Шкаф-то тоже пригодится ведь, да? Туда можно складывать всякие мелочи. Канцелярку там, рюкзак, форму физкультурную, форму в школу. Вау, еще и на замочке. Чтобы Вероника туда не забралась никогда. Надо это срочно купить. Здравствуйте. Вики, только не говори, что я это буду все тащить. Он же гигантский. Ой, да ладно тебе, закажем доставку. К нам домой привезут и поставят. Всем привет, друзья. Ну что ж, Вики выбрала себе вот такой вот подарок к новому учебному году. Это школьный шкафчик и вот такая вот сумочка-единорожка из серии Real Littles. В шкафчике располагаются различные отделения для канцелярки, для вещей. Есть зеркальце и шкафчик закрывается вот на такой вот кодовый замочек. Что же в сумочке? Мне очень интересно, потому что на упаковке написано, что меня ждут 15 сюрпризов. Давайте мы распакуем это тогда и потом поставим все в комнату Вики. Гигантский шкафчик. Даже не знаю, влезет ли он туда. Но об этом попозже. Так, а какой же код? Как открыть этот кодовый замок? Опа, покрутили. И замочек открывается. Внутри нас ждут вот такие вот аксессуарчики. Что же в этом пакетике? Давайте мы его откроем и посмотрим. Так, что тут какая-то меховушечка, слушайте. Это, наверное, коврик. Очень приятный, такой мягкий-мягкий-мягкий. С пятнышками. Так, это, наверное, полочка, как я понимаю. И бумажечка, 2 штучки с разными наклеечками. Прикольная, можно обклеить шкаф в любом стиле, как понравится. Так, полочка не влезает вот так. Попробуем. Ага, вот так вот она ложится в наш шкаф. Здесь еще есть зеркальце вот такое вот. Оно прикрепляется, как я понимаю, вот сюда на дверку. И должны быть, наверное, наклеечки, потому что там он был с лампочками. Зеркало было, но пока ничего не вижу. Так, это у нас что такое? Это получается люстра, люстра в шкаф. Вот сюда сверху ставится свет. Такая шикарная люстра, я бы сказала, для шкафа. Здесь еще мини-штучки. Это крючочки, и они клеятся на скотч. Двухсторонний скотч, чтобы вешать одежду. Вики сама разберется, по росту себе все повесит. Так, а это что такое? Какая-то еще... зацепляшка, слушайте. Опа, Вики у нас маленькая, поэтому приделаем пониже немножко, чтобы ей было удобно, правильно? И еще вот такие вот тоже наклеечки. 2 штучки. Сейчас мы с вами...
вами откроем вот эту вот супер-мега-крутую сумочку. Посмотрите, она в стиле единорожки сделана. Такая гладкая, блестящая кожа, карабинчик. Можно использовать как брелочек, получается. А в сумке у нас настоящая мини-канцелярия. Так, давайте смотреть. Это ручка. Мини-ручечка. Что там еще? Опа. Мини-блокнотик вот такой вот со звездочками. Еще здесь вот такой брелочек с единорожкой. Так, еще много-много бумажки. Просто бумажка для формы, видимо. Чтобы форму сумочки держала. И все, слушайте, в сумочке больше ничего нет. И сумочка помещается у нас в шкафчик, получается. Так, сюда ручку, брелочку и альбомчик. Еще есть в упаковке вот такие вот листы для, получается, обклейки. Вот, снутри шкафчика можно вот в таком стиле его обклеить. Можно вот в таком или вот в таком. В любом из этих вариантов, как вам больше нравится. И все, слушайте, 15 сюрпризов как-то очень быстро закончились, и мне кажется, что где-то меня обманули. Так, замочек, это тоже получается сюрприз. Бумажки с наклейками, брелочек, люстра. Так, это у нас фон, получается, коврик. А, это все аксессуарчики. Фоторамки это, оказывается, крючочки, зеркальце, ручка и блокнотик. Ну, слушайте, да, в итоге получается 15 сюрпризов, а по факту у нас шкаф, сумка, ручка и блокнот. Так, коврики, наклеечки. Ну что ж, я думаю, Вики будет рада такому подарку, ведь она давно мечтала именно о такой сумочке. Сумочке в стиле единорога. Двигай, двигай, Панки, задвигай туда, в угол. Здесь он будет не мешать. Слушай, Вики, а может вместо того, чтобы критиковать, ты шла помогать, он же тяжелый. Мне ему одному не дотолкать. Ничегошеньки, ты без меня сделать не можешь. Давай, самый дальний угол. Вот, слушай, встал как родной, как здесь и был. Так, говори, кот. Какой кот? Ну как какой, от замка? Ты что, не спросил? Нет, а ты чего не спросила? А я думала, ты спросишь. Слушай, а я думала, что это твой шкаф, и ты узнаешь от него код. Давай попробуем подобрать наугад. Да, ну что ж, давай попробуем. Так интересно посмотреть, что там внутри. Ребята, вы уже видели? Здорово? Ух, Панки, ну вот как так-то? Ну, открыл, 4-0. Вау, спасибо. Ух ты, мой школьный шкафчик. С моей канцеляркой, зеркальцем, чтобы перед школой посмотреться, как я выгляжу. И моя сумочка. Вот теперь у меня появилось настроение собираться в школу, потому что у меня есть какие-то обновочки. Ну вот, а ты говорила, одна тетрадка, а тут сразу вон сколько себе всего купила. Теперь тут не разобраться тебе до вечера. Как мне? Вместе давай, быстрее исправимся. Мы же сериал еще хотели смотреть. С чипсами. С чипсами? Эх, ладно, давай помогу тебе, что надо делать-то? Пока мы будем разбирать Викины вещи, вы, ребят, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте про новые серии. Пока-пока!